eyes look up. Кобры расслаблены, взгляд вверх. Гора, look at the toe. На выдохе, поза горы, взгляд на пальцы. Левая нога вперед, look up. Правая нога вперед, feet apart. Стопы на ширине таза. До, up and arch back. Комфортный, расслабленный прогиб. Руки широко разведены. Breathe. Как вы breathe? Подышите немного. Расслабьте. Стола выходим на пол вниз. Правая нога назад. Look up. Stretch your body. Look up. Чувствуйте вытяжение. Взгляд вверх. This is. Колено на полу. Palms down. Ладони вниз. Левая нога назад. Keep your body straight. Корпус ровно. Планка. Knee. Chest. Chin. От колена. Взгляд назад. Palms down. Ладони вниз. Правая нога назад. Keep your body straight. Корпус ровно. Планка. Не задерживайте дыхание. Chest, chin. Колени, грудь, подбородок. Стоп. Кобра. На вдохе. Поза кобры. Breathe up. Get up. Левая нога. Когда вы действительно заземлитесь и вступите в контакт с землей, вы поймете, как работает йога и откуда она. Everyday practice. Каждый день практикуйте. Discipline important. Every Очень day. Важна дисциплина, регулярность практики. Every day we are eating. Мы каждый день кушаем. Every day practice. И каждый день мы должны практиковать. Come. So you can see. My teachers, supreme masters. Мои учителя – великие йоги прошлого. Supreme masters. Величайшие йоги. 107 years, 120 years, 160 years life there. 107, 120, 160 лет продолжительность их жизни. They know the secret universal. Они раскрыли все секреты мироздания. They are teaching same techniques, I'm teaching here same techniques, no any changes. Они передавали техники, и эти техники передаю я вам сейчас. Feel я ничего my... в них не меняю. Feel and do. Чувствуйте и выполняйте их, и они будут работать. Еще раз. Кобра. Om aid. Поза горы. Левая нога вперед. Nine. Колено и подъем стопы правой ноги на ковре. Om ten. Стопы на ширине таза. Om eleven. Комфортный, расслабленный прогиб. Таз Om twelve. Исходное положение. Repeat, repeat. Working inside. Правая-лево, правая-лево, правая-лево. 108 раз. На правую, на левую сторону. This is our training. Так мы учились. Three times, four times. Намаха. Ом Хираньяхарбая намаха. Ом Маршье намаха. Левая нога вперед. Ом Савитри намаха. Ом Аргая намаха. Ом Алидья Инамаха. Ом Баскара Инамаха. Баладжи. Amazing. So, we have... Мы выполнили физические упражнения и проработали физическое тело. Анна Майя Коша. Но есть и другие тонкие оболочки, которые мы уже с вами... И завтра я хотел бы отдать свой максимум. Хорошо. Савасана, just lie down next this side, okay? Ложитесь в шавасану, ноги в сторону сцены. Keep your legs apart. Раскиньте ноги. Arms apart. Palm face looking up. Ладони смотрят вверх. Close your eyes. Прикройте глаза. Feel the changes. Почувствуйте изменения. What happened after the Surya Namaskar? Что происходит внутри ваших тел после комплекса приветствия солнца? You feel the body vibrations or sweating your body or blood circulation? Feel, that is the changes. Возможно, вы чувствуете потовыделение или какие-то вибрации в теле. Или вы чувствуете, как циркулирует кровь. Это изменения. Отслеживайте их, наблюдайте за ними. Oh.
arm. Legs together. На очередном вдохе поднимите голову и грудную клетку. Тянитесь к ноге. Да. Face relax. Лицо расслаблено. Shoulders relax. Плечи расслаблены. Keep your smile. Не теряйте вашу улыбку. Every exhalation come forward. С каждым выдохом идите дальше вперед. Can try to kiss your knee. Если можете поцеловать коленочку, сделайте это. Stay there. Be with her. Close your eyes. Глаза прикрыты. Поясница на полу. Drop the head down, chest down only. Опустите голову и грудь. Bend your right knee, hug your knee. Согните правую ногу и обнимите колено. Прижмите его к себе. Hug your knee. Прижмите его к себе. Ира, tell me, hug your knee. Прижмите колено. Do, breathe and lift your head up, chest up. Вдох, выдох. Хорошо. Вы хорошо себя чувствуете? Опустите голову, грудная клетка. Молодец. Drop the right leg down. Опустите правую ногу. Head down, chest down. Опустите голову, грудь. Release your left leg down. Освободите левую ногу и слегка стряхните ее. Хорошо. Bend your both knee, hug your knee. Теперь согните обе ноги и обнимите. Несколько секунд. Очень сильно счастливо. Линия плеч будет достаточно, не слишком широко колени. Lift your legs up. Поднимите ноги наверх. Arms behind the head. Руки скрещены за затылком. Interlock your fingers. Скрестите пальцы за затылком. With control, come. We don't warm up. До этого мы разогреваемся. Okay. Next time you want to come yoga class, you want to be wearing for the bottom or short. Don't be wearing for the skirt. You can't bring your legs up. В следующий раз, пожалуйста, на занятия по йоге не приходите в юбках, иначе поднимать ноги очень сложно. Okay. Raise your legs up. Hold the. Лицо расслаблено, спокойное, ровное дыхание. Хорошо, my dear. You okay? У вас все хорошо? Okay, аккуратно. Next again. Соберите ноги вместе. Еще раз, legs apart. Ноги разводятся широко. Максимально разводите колени шире. Я знаю, здесь есть несколько человек, новичков, им достаточно тяжело. Отдохните немного, расслабьтесь. Подышите. За голову. Если вы можете, если вам тяжело, оставайтесь в предыдущем положении. Ваше тело не должно испытывать боли и напряжения. Come down. Опустите. Левая нога. Вверх. Вверх. This is it. Come down. Опуститесь. Лево. Last time. Come down. Опуститесь. Хорошо? You okay? У вас все хорошо? Here, lift your both leg up. Теперь поднимите обе ноги наверх. Хорошо. Again. Start up. Опуститесь. Relax. Keep legs apart. Arms apart. Раскиньте ноги, руки. Подышите немного. Отдохните. Если вы чувствуете болезненность в пояснице, согните обе ноги и мягко покачайте бедрами из стороны в сторону. Малоамплитудное движение. Чуть-чуть. Слева направо, справа налево. Очень мягко и расслабленно. Don't keep your hands in front of your neck. After the yoga, you want to
Не должно остаться никакого напряжения в шее. Шаг за шагом, практикуя каждую следующую асану, каждую следующую технику, ваш ум успокаивается, деятельность ума успокаивается. Нервная система успокаивается. Почувствуйте покой. Асана еще раз. Каждую асану рекомендуется выполнять в два или даже три подхода. Ладони на линии плеч. Chin on the ground. Подбородок на коврике. Вдох, выдох. На вдохе поднимите голову, грудь, взгляд вверх. Pelvic on the ground. Лобковая кость остается на коврике. Feel your shoulders, don't tense, relax. Я basically Как много можно увидеть километров вокруг? You understand the difference? Вы понимаете разницу? Normal people down, they are watching, they are limited. Yogi unlimitedly they are watching. This is the third eye. У йогов нет ограничений. Они видят все происходящее вокруг. Этим отличается наше видение и их. So, comfortably cross the legs, keep both arms chin mudra. В руках чин мудра. Inside we want to clean step by step. I'm bring for you. Шаг за шагом. Сначала очищение. Okay. Close eyes. Take the deep breath. Some people doing violently, raise up energy. Некоторые пытаются возбудить эти энергии очень агрессивно. Это возможно. Я не говорю, что это невозможно. Очень важно, очень важно понять это в йоге. You never kind your body. Who is responding your body? Если вы сами не добры к своему телу, кто? Да, нет. Кто будет еще добрый проявлять уважение к вашему телу? Kind your body. Kindly do, да? Хорошо? Sadhanas want to do like that, otherwise no success. Именно так нужно выполнять садхану. Иначе далее, в противном случае, это приведет к заболеванию. No yogi dead. Слабости. Rogi dead. И точно уже мы не сможем оставить тела как йоги. Мы оставим тела как обычные люди. Rogi dead only. Проблемы здесь. Таз и бедра вперед. Шея расслаблена в наклоне. Колени, грудь, подбородок.
Ладони перед грудью. Выполните скрутку. Подавайте таз ниже. Чувствуйте вытяжение. Выполните скрутку. Дышите. Ладони вниз. Стопы на ширине таза. Подготовьтесь к прогибу. На выдохе исходное положение. Подышите немного. Вы хорошо себя чувствуете? Или вам тяжело? Отлично, очень тяжело. Еще раз. Выполним еще один круг. Еще раз. Да. Ом Рави Намаге. Ом Сурьяй Намаге. Рабана Ганаза. Ом Бхагаване Намаге. Ом Гагай Намаге. Ом Пушне Намаге. Ом Хираньяргарбхай Намаге. Плечи расслаблены. Ом Марше Намаге. Пяточки, макушка тянутся к земле. Праванага пирот. Ом Савитри Намага. Ом Аргай Намага. Стопы на ширине таза. Ом Адидьяй Намага. Расслабленный прогиб таз и бедра вперед. Ом Баскарай Намага. Ом Мирдьяй Намага. Ом Раве Намага. Ом Сурьяй Намага. Левана Ганаза. Ом Бхагаване Намага. Ом Гагай Намага. Ом Пушне Намага. Ом Хираньяргарбхай Намага. Ом Марше Намага. Левана Гапирот. Ом Савитри Намага. Ом Аргай Намага. Ом Адидьяй Намага. Ом Баскарай Намага. Difficult mic demonstration. Very difficult. Сложно демонстрировать с микрофона. Здесь они наблюдают за вами. Я также спущусь и буду рядом. Не переживайте. Раскиньте ноги, руки. Ладони смотрят вверх. Подышите Relax. Немного. Расслабьтесь. Расслабьтесь. Take a deep breath. Сделайте глубокий вдох. With control, breathe out. С полным контролем выдохните. Don't tense your body. Release your stiffness. Освободитесь от всего напряжения и жесткости в теле. Еще раз. Deep breath. Oh. Еще раз глубокий вдох. Breathe out. Расслабьтесь. I'm here, I'm watching everyone, my dear. Я здесь, я за всеми наблюдаю. Feel the changes. Наблюдайте за изменениями. Чувствуйте их. What happened after sun's meditation? Что происходит в теле после приветствия солнца? Соберите стопы вместе, уведите руки за голову, натяните тело как струну. На вдохе потяните все тело, напрягите его, носки от себя. Напрягите и расслабьте.
Bring the hand side of the thigh palms down. Руки вдоль корпуса, ладони смотрят вниз. Open your eyes. Откройте глаза. Raise your right leg up. Поднимите правую ногу наверх. Hold the right leg. Обхватите ее. Hold the leg, everyone. Go breathe, lift your head up, chest up. Сделайте вдох, выдох. На очередном вдохе поднимите голову, грудную клетку. Head up, chest up. Hold the legs. Yeah. Every exhalation, come forward. С каждым выдохом идите forward. Дальше вперед. Аккуратно. Не задерживайте дыхание. Try to kiss your knee. Постарайтесь поцеловать коленочку, коснуться ее. Мышцы лица расслаблены, плечи расслаблены. Спокойное, ровное дыхание. Remember, don't push violent, like the flower. Помните, цветы, мы не можем насильно прорабатывать свое тело. Drop the head down, chest down. Опустите голову, грудную клетку. Bring the right leg right side. Look at the left shoulder. Отведите правую ногу вправо. Взгляд в сторону левого плеча. Look at the left shoulder. Left hand, left shoulder level. Левая рука на линии плеча. Can, if you can hold the toe. Если можете, захватите, делайте захват за пальцы ног. Right leg on the ground. On the ground. Убедитесь, что правая нога лежит на земле. If you can't hold the toe, hold the thigh. Если вы не можете дотянуться до стопы, обхватите бедро, внутреннюю поверхность бедра. Not the ground. Not the ground, my dear. Опустите ногу на землю. Every exhalation, slowly. И с каждым выдохом потихонечку притягивайте ногу ближе. Breathe, don't spread. Не задерживайте дыхание. So, на вдохе поднимите ногу, верните ее к центру. Bend your right feet, keep your left knee level. Согните ногу, правая стопа возле левого колена. Bring the left arm, hold скрутка the right в положении лежа. Right feet, left knee level. Knee upper. Touching it. Да. Your body. Look at the right правой shoulder. Стопой коснитесь. Shoulder relax, Maria. Плечи расслаблены. Smile. Улыбайтесь. Не напрягайте лицо. И не теряйте точку концентрации. Наблюдайте за дыханием. You feel better? Вам лучше? Да. Вы хорошо себя чувствуете? Drop the head down, chest down. Опустите голову, грудную клетку. With the left leg, left side. Look at the right shoulder. Отведите левую ногу влево. Look at the right shoulder. А взгляд направьте вправо. Правая рука на линии правого плеча. Check your legs. Ноги. Просто ноги опустите на землю и немножко стряхните их. Лево-право. Прикройте глаза. Правая нога согнута, левая поднята прямая. Дышите глубоко и ровно. Мышцы лица расслаблены. Проблемы с запорами и также улучшение функции почек, тазана. Расслабьте голову, расслабьтесь, подышите немного. Руки, ноги, расслабьте все тело. Расслабьте ноги. Обе ноги. Теперь согните левое колено. Вдох, выдох, на очередном вдохе поднимите голову, грудную клетку. Если можете, обхватите стопы по сторонам. Оставайтесь в положении устойчиво, но расслабленно. Не приходите в юбках на занятия. Вам тяжело. Очень критическая ситуация может возникает. Drop the head down, chest down. Опуститесь. Leg down. Поднимите ноги наверх. Поднимите ноги наверх. Legs apart. Разведите ноги широко. Can hold the toe. Если можете, обхватите пальцы ног, большой палец ноги. Если тяжеловато, захват расслаблен. Close your mouth. Breathe on the nose. Рот прикрыт, дышите носом.
У вас все хорошо? Обхватите пяточки изнутри. Притягивайте их к тебе. Давайте колени шире. Раскрывайте бедра и колени. Голова пока расслаблена. Раскрывайте колени. Бедра. Напряжение. Расслаблено. Вам нужно просто притягивать ноги к себе. Автоматически они пойдут выше. Стопы к голове. Лицо расслаблено. Спокойное, ровное дыхание. Поднимите ноги наверх. Hands behind the head, interlock the fingers. Скрестите пальцы рук за затылком. Eight. Восемь. Seven. Семь. Stay there. Legs apart. Разведите ноги широко. Is it her? Oh. Oh, Russia, very good. Legs together. Соберите ноги вместе. Six. Шесть. Five. Пять. Four. Четыре. Legs apart. Разведите ноги широко. Я представляю, что вы думаете о йоге сейчас. Освободите ноги, руки, расслабьтесь. Прикройте глаза, наблюдайте за изменениями. Чувствуйте, что происходит после выполнения этого комплекса. Наблюдайте за ощущениями в области поясницы, в области живота, задней поверхности бедер, тазобедренных суставов. Наблюдайте за изменениями. Соберите ноги вместе, уведите руки за голову, хорошенько потянитесь. Вытяните все тело, напрягите его. Ноги не поднимайте, ноги на полу. Расслабьтесь. Освободите руки. Сейчас выполним асаны. До этого мы настраивали тело и подготавливали его, разогревали. Хорошо, you understand? Вы понимаете? You ready to yoga? Вы готовы к йоге? Okay. Raise your legs up, сарвангасана позу. Березки. Поза березки, сарвангасана. Stay there. Don't shake your body. Лицо расслаблено. Не меняйте положение тела. Не напрягайте ноги. Примите устойчивое и расслабленное положение тела. Я наблюдаю за всеми. Cat stretch. Вытяжение кошки. Hands on shoulder level. Ладони на линии плеч, поднимите таз. Хорошенько вытягивайте позвоночник по всей длине. Can drop the forehead or chin. Либо... Маша. 9. Аккуратно. Look at the one point. Breathe. Взгляд в одну точку. Наблюдайте за дыханием. Take a deep breath. Сделайте глубокий вдох. Breathe out.
Полностью освободитесь от всего напряжения и жесткости в теле. Просто предайтесь земле. Я сплю на теле своей матери. Я чувствую свое сердце. Я так счастлив этому. Откройте сердца, вы не сможете почувствовать свою душу. Не закрывайтесь. Йога – это йога сердца. Она не в голове. Хорошего продолжения дня. Благословит вас Господь. Спасибо, мои учителя. Спасибо. Спасибо. Большие направляются вперед.